Поздравляю с победой, хорошая игра. Всем ли довольны? Какие впечатления остались после этого матча? Я думаю, мы проделали сегодня хорошую работу, да, я доволен игрой. Мы вошли в ритм, и получился достаточно хороший матч. Я доволен этой победой. Впереди нас ждет еще две игры, мы хорошо к ним подходим. Сбор, можно сказать, перевалил уже за экватор. 4 матча позади, 2 еще впереди, совершенно вы верно сказали. Также еще впереди 2 тренировочных дня. Какие задумки и какой план стоит на вот эти вот оставшиеся дни сбора? Я думаю, мы продолжим работу в нашем ритме. Тренер нам объяснит нашу установку на следующие 2 игры. И думаю, что к следующим играм мы подойдем гораздо лучше готовыми, чем к этим. Насколько чувствуете сейчас свою форму, вот если говорить о 100%, то сейчас на каком уровне она? У нас сейчас игры, которые помогают нам набрать нашу физическую форму. Я не думаю, что наша команда еще достигла 100% физической готовности, но к началу нашего чемпионата, я думаю, мы будем готовыми.